службу 112 поступил вызов о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного дома по улице Ташкентская, 33 АИВ, города Махачкалы. Отметим, что горение распространилось на площадь 259 квадратных метров. На данный момент в тушении задействовано порядка 8 единиц техники. До приезда служб безопасности жители частично эвакуировались самостоятельно, а остальные при помощи специалистов. Всего эвакуировано 26 человек, 9 спасено. На данный момент информация уточняется. К разрешению проблемы привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 37 специалистов и 11 единиц техники.